Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова. 82-летний артист не сможет больше вернуться на сцену. Его организм серьезно истощен болезнью. О состоянии здоровья актера и художественного руководителя столичного театра имени Чехова Олега Табакова долгое время не было никаких новостей. Поклонники даже надеялись, что любимый артист сможет вернуться к полноценной жизни и вновь выйти на сцену. Но в афише театра нет ни одного спектакля с участием Табакова до конца марта. К сожалению, если верить прогнозам врачей, на сцену Олег Павлович больше не вернется. И для многих это известие стало шоком. Медики считают, что его уже немолодой организм понес колоссальные потери по здоровью. И полноценно работать Табаков уже не сможет никогда. К тому же, даже стабильное состояние необходимо будет регулярно контролировать. И без серьезной поддерживающей терапии тут не обойтись. Говорят, что артист теперь сможет жить только постоянно, имея рядом с собой баллон с кислородом. В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались лишь временными. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!